Друзья, 14 июня 2023 год, рыбалка «Зеленый берег». Вот, посмотрите, у нас улов 14 карпов и 6 форелин у Александра Федоровича. Ну, доброе утро, Александр Федорович. Расскажите, как прошла ваша рыбалка? Ну, кто на что и на что клевал? Ну, карпик поклевывал на кукурузу с опарышем. Грубо говоря, все со дна. А форелька вчера вечером, где-то часов 10:30, поставил на поплавочку где-то, ну, сантиметров 10-15 от верха воды на доширак, и фасточки прилепил. И как бы получилось вытащить 6 штучек. Ну, такого прямо хорошенькие лососики. Все под садками, пряталась она там, потому что днем увидел, как она ходит. Ну и попробовал, решил попробовать. Ну, удалось. Как бы. Рыбалка довольна? Ох, нифига себе. Приехал за карпом, поймал еще и форель. Столько даже бывало в сезон не ловил. Вот, друзья, вот такой вот улов. Приезжаем, ловим, отдыхаем. До встречи на водоеме.